чуть-чуть еще разок пройдемся по определению определения. Определение определения возникает, когда мы переходим к целому. Переход к целому заключается, напомню, в том, что мыслящая форма сознает себя мыслящей. В сложении и умножении мыслящая форма мыслит чувства, мыслит чувства, но не себя как мыслящий. Поэтому сложение и умножение, мы говорили, мысль постольку отличает себя от чувства, поскольку мысль действует, переход, отношение одной определенности к другой определенности. То есть сложение и умножение происходит как действие, все время совершается. Плюс один, плюс один, плюс один. Умножение это 1 раз 1, 2 раз 1, 3 раз 1, происходит все время такое движение. А 2 раз 1, 3 раз 1. И постольку мыслящая форма мысли. Как только она останавливается, то есть хочется помыслить, я вспоминаю эту ситуацию, помыслить 1 плюс 1, как некоторые созерцания. Или 2 раз 1, как некоторые созерцания. Так она просто исчезает как мысль. И все. При переходе к целому мысль, мыслящая форма не просто мысли чувства, осознает себя мыслящей и тем самым получает возможность мыслить само чувство. Не переход от чувства к чувству, как было в сложении и умножении, а само чувство. Получается устойчивая ситуация. Это устойчивая граница. Целое чем отличается от умножения? Что целое устойчиво. Но целое оказывается там такой устойчивостью, в котором есть мышление целого, то есть некоторые чувственные настоятельности. И в нем есть деление этой чувственной настоятельности на части. Вот из этой ситуации при переходе к целому и рождается то, что я назвал определение определений. Или определение в определении. Сама ситуация определенности целого предполагает два шага определения. Первый шаг – это определение целого как целого. Второй шаг – это конкретизация этого целого в определении частей. Вы назвали это светом и цветами, звуком и звуками. На самом деле, правильнее говорить, что есть нечто, которое конкретизируется в определении своих частей, о которых о частях мы знаем только то, что они разные. Это двойное определение нечто как нечто. Потому что если мы о звуках знаем только то, что они разные, то, разумеется, нет оснований говорить, что это звуки. Если о цветах мы знаем только то, что они разные, нет оснований говорить, что это цвета. Если мы не знаем, в чем заключается различие. Если мы еще не знаем, что различие цветов заключается в том, что они светлее, другой темнее, а различие звуков заключается в том, что мы этого не знаем. Мы просто знаем, что звуки разные, и они стоят в ряду. Все, что мы знаем, что они стоят в ряду. Ну, то есть это бесконечное, они это знают? Вроде нет. Нам от умножения что достается? Достается конечное число 3×1. Три части, которое превращается в три части. Выходит дальше 4×1, 5×1, останавливается 3×1, 2×1. И стоим, смотрим эти 2×1. И всегда конечно, умножение это всегда конечно. Само умножение бесконечно, но тогда это совсем другая ситуация. А целое, ну, как конечно, целое. Целое, как в конечном
числе различных качеств. Мышление целого получается качество. Вот это двойное определение получается качество. Как оно получается? Двойным определением. Первое определение в чем заключается? Мы от ничто переходим к нечто. Реально мы переходим от темноты к свету. Или от тишины к звуку. Но поскольку мы еще не знаем, что перед нами звук и свет, то мы переходим от ничто к нему, к нечто. Потому что темнота, тишина – это, собственно, то же самое ничто. И удерживая этот переход от ничто к нечто, мы конкретизируем его, даем дальнейшее определение в различии качеств, которые заключены в этом нечто. Обязательно двойное определение. Удерживая переход от ничто к нечто, мы конкретизируем этот переход в различии качеств. Удерживая переход от ничто к нечто, мы конкретизируем этот переход в различии качеств. А если мы 3 на 1 начнем умножать, то это не означает ли, что для нас нет ни звука, ни цвета? Ведь звук же не отличается от цвета. Нет, ты же один. Различия между звуком и цветом нет. Ну вот в этом особенность определения. Мы о качествах знаем только то, что они разные. Или что то же самое. О качествах мы знаем только то, что они стоят рядом. Они стоят рядом. Это все, что мы о них знаем. Ну, качество... Правда, звук и цвет нельзя сказать, что они разные. Да. У нас же звук и цвет никогда не стоят рядом. Да. У нас всегда стоят три различных звука рядом. Это вот то, что мы с вами обсуждали, что я упустил в своей матрице. Мы тогда знаем, что они разные. Почему они разные? Что они разные по длине, этого мы не знаем. Нет, но мы можем узнать только то, что... Потом-то мы узнаем, что они и по длине разные. Другое дело, что звук от цвета не отличается. Звук разный, цвет разный. Но звук от цвета не отличается. Нам не удастся поставить их рядом. Все, что мы знаем, что они стоят рядом. Больше ничего не знаем. Или что то же самое, что они разные. Но цвета. Цвета. Мы не знаем, что это цвета. Мы знаем, что это качество, которое можно поставить рядом. Все, что мы делаем, мы... Качество ставим рядом, очень чуть. Ну то есть нет ни звука, ни цвета. Так мы даже не ставим, мы просто находим их рядом. Среди общего многообразия выделяем только то, что может быть рядом. Не, мы точно ставим, потому что мы же причина происходящего. Поэтому нет, здесь просто находить, я думаю, не соответствующее отношение. Так а если, оказалось бы, если мы начали с 3-1, то 3-1 как раз существенно, что 3-1. То есть это совокупность 3 одинаковых частей, а не разных. Да. Что происходит? Мы совершаем переход от ничто к нечто, и удерживая этот переход, сохраняя его, мы внутри нечто различаем качество. Как мы их различаем? Сначала мы различаем путем перегона. Вот переход от ничто к нечто, который конкретизируется перебором частей. В мышлении целого мысль создает себя мыслящей. В переборе частей мы возвращаемся ситуация умножения, то есть мы уже только мыслим сам переход. Никакой устойчивости здесь нет. Удерживая переход от ничто к нечто, например, от темноты к свету, не говорим просто о ничто к нечто, но помним уже. Удерживая переход от ничто к нечто, мы конкретизируем его в перебирании частей.
Ну, дальше же, мы убеждаемся, что они разные, как убеждаемся? Переходом. Они на нашей стадии они различаются лишь переходом. Ну, их умножили. Они разные, только в дому, чтобы совершать переход. Но здесь это и не начать, поэтому он двигается в другую сторону. Мы как бы убеждаемся, что они разные. Убеждаемся, что они разные. Не, различие-то легко получить, а как получить какое-то качество как качество? Мы убеждаемся, что есть много разных различий. Если мы удерживаем этот переход и конкретизируем его, то есть нечто конкретизируем в различных нечто, это и называется качество. Еще неизвестно, какие качества. Мы не знаем, дух, цвет, чем они отличаются, мы не знаем. Но это уже качество. Это уже простое различие качества. Двойное определение, что нечто конкретизируемое, Так ведь количество... Разное нечто, это и есть качество как таковое. Так ведь количество точно так же ведь различается. Как мы отличаем количество от качества? Ну, два отрезка, они отличаются длиной, да, неким количеством. То есть различие нам дает различие, с одной стороны, количество, а с другой стороны, различие качеств. И поэтому не дает нам только различие качеств. Количество различий, которое было из сложения умножения, к нему добавляется различие качеств. Качество добавляется, а количество остается. Хотите считать. В данном случае не в этом сейчас наша задача. Уже сосчитали. Уже знаете, что это два отрезка. Теперь вы перешли к целому. Поэтому вас интересует, умножения нет. Определение-определение. Определение-определение возникает при переходе к целому и дает простое различие качества. Прибавляемое к простому различию количества. Важное различие количества. Это простое различие качества. А можно выражаться, может быть, можно говорить, что это темнота, свет, но о свете и цветах мы знаем только то, что они разные, и все. Наверное, можно говорить цвета, чтобы выглядеть к понятной ситуации. Но на самом деле это нечто и конкретизация этого нечто. Обязательно говорю переход, обязательно удержание. Не просто вот раньше я уже напоминал, у нас была логика какая, что на самом деле чувства только различают, а качество это дается умом, эйдос, в виде эйдоса. То есть качество – это нечто как бы уже умозрительное. А чувство только различает. А у вас получается, ну, насколько я понимаю, что вот в самом различении мы можем установить качество как вот само принадлежащее этому различению. Ну да, да. А вот это старое построение, где качество было эйдосом, да, и оно прибавлялось умом. Это по-постово. Застрял на качестве эйдоса, и я бы назвал его как не нужно. Он уже говорит, что форма. Эйдос – это только форма. И в сказке мы написали хаос – форма. Форма, которая связывается с тем, что в хаосе, ну а хаос – что такое хаос? Это становление. То, что... А форма есть. Ну, мы сами с этого начали. Форма есть, это предмет становится. И так я понимаю Аристотеля и этот глаз. А дальше не так. Вот ближе, что я перескажу, через бревна. Такой момент. В умножении... Даже Платон так понимает? Даже Платон так понимает, да? Да. Ну, по крайней мере, променит, когда все дела выделили. Кому не пересчитывал, а променит, я понимаю, да. Да, да, так и сказано. Там соотносятся не бревна с чем-нибудь, там соотносятся чисто формальные вещи. Потом Сократ задает вопрос, а что ты скажешь про такие вещи? Есть эйдос большего и меньшего, есть эйдос равного. Это ясно говорится, Сократ говорит об эйдосе, по своей концепции. Понятно, что есть равные и неравные. Но что ты скажешь о таких вещах, как человек или вода? Mm-hmm.
Асгардечка, а тут не знаю. Нет, там что, про грязь говорит, там про мусор и там про воду. Да, про всякое содержание. И это с воды, чем он печет в самом году. По-моему, ничего. Поэтому я, конечно, загадки и затрудняюсь. Ну, вот так, в общем. Я ничего не понимаю. Уже кажется, когда мы мыслим целое. Мы мыслим сначала целое, а потом внутри его части путем перебора. Ну, понимаете, какая штука? Я вот что думаю, если мы мыслим части путем перебора, то мы ведь при этом не мыслим целое как целое. То есть у нас, получается, сменяет состояние мысли целого, сменяется состояние мысли перебора частей. Я не говорю о другом, я говорю, что удерживается этот перебор, это не что нечто, почему это слово, он удерживается и конкретизируется в переборе. Определение определения. Конкретизация определения. Надо обязательно удержать. Тогда в чем конкретизация? Это же перебор. Это просто перебор, который уже был. В чем здесь, собственно, происходит конкретизация? Перед нами изначально некое умножение оставшегося наследства. Вот, 3-1. Оно требует, если мы получили устойчивую границу, мысли, она может теперь мыслить чувство как таковое, не движение чувства в чувство, а просто мысли чувство. Получается ситуация целая. Мы остановили. Но остановили как бы, остановили вот это вот экстенсивное движение, 3-4, а потребность движения сохранилась. Она просто поменяла характер. Вот. Пришли к ситуации, которая требует определения определения. Мы удерживаем определение целого и конкретизируем его в частях. В данном случае конкретизируем. То есть мы удерживаем этот перебор, поскольку мы удерживаем, поэтому можно двигаться во все стороны. Это уже части. Умножение нельзя двигаться во все стороны. Умножаем. Другое дело называется впереди, но обратно двигаться. А здесь мы просто шляемся по частям, по наполовину, по частям, влево, вправо, что-то слово. За счет того, что удерживаем все. То есть, ну, тогда меня просто сбивает с толку слово конкретизация, потому что получается, что здесь граница фиксируется. В умножении граница всегда снимается, здесь граница фиксируется, тем самым мы получаем мышление целого. И внутри этой границы мы движемся перебором частей. Неважно как. Да, вперед, оп, перескакивая, наверное, можно с этого начать. Да, мы убеждаемся, что они различны. Путем, убеждаемся путем перебора. Только перебор, да. Ага. Ну, то есть конкретизация заключается только в том, что граница не снимается, а граница зафиксирована и умножение стало целым. Да. Другого смысла конкретизации просто. Да, другого смысла нет. Но это важно, потому что почему это важно чуть позже. Мы имеем переход. Первоначальный переход. От ничто к нечто. От темноты к свету. От тишины к звуку. Я тебе кино, чтобы там когда рассказывал, посмотрел на меня, криво говорит, так ничто же нет. Ну блин, поколочек. Ничто, как известно, нет. Что нельзя рассматривать, это он мне говорит, еще доктор был. Действительно, темнота, тишина, это ничто. Да, но есть.
И его нет. Потому что они что? Слишком старая сказка. Поэтому ничто нельзя рассматривать как возможность нечто. Но в смысле это есть. Не, просто ничто всегда относительно, на самом деле. Есть абсолютного ничто, нет абсолютно. А относительно ничто есть. Не уверен. Ничто? Нет. Так же, как и небытие. Не абсолютно относительно. Но его-то нет. На самом деле его действительно нет. Поэтому мы не можем рассматривать этот переход как самостоятельный. Что мы перешли. А ничто к нечто, теперь второй шаг, мы будем конкретизировать. Мы так говорим, переход от ничто к нечто не дает нечто. Переход от ничто к нечто является условием для того, чтобы получилось разное качество. Переход от темноты к свету не дает света. Переход от темноты к свету является условием для того, чтобы получилось цвета. Переход от тишины к звуку не дает звука. Это не самостоятельное действие, после которого второй шаг. Это определение в определении. Мы его удерживаем, но мы его не совершаем. Ну, то есть свет лишь возможность. Свет лишь возможность. Свет лишь вообще не появляется. Появляется эмпирически, феноменально. Появляется отношение к свету. Перебор цветов. Появляется не звук из тишины. Переход от тишины к звуку не дает звука. Он дает отношение звуков. Отношение звуков. В данном случае ситуация перебора. Но мы уже перебираем и как рядом стоящий. Но не как рядом стоящий. Как рядом стоящий, да. Хотя мы и перебираем его, но на самом деле это уже рядом стоящие разные качества. Это очень существенная поправка, которую Синовский заставил буквально меня сделать. Как котенка ткнул. То, что ничто нет. Мы не совершаем этот переход. Переход от ничто к нечто не совершается именно по той причине, что ничто нет. Но переход от ничто к нечто, от темноты к свету, является условием, необходимым условием. Потому что если вы не держите этот переход, вы не выстроите цвета. Вы не выстроите цвета рядом не поставите. Обязательно держать этот переход, чтобы получилось цветовой ряд. От тишины к звуку это необходимое условие для того, чтобы выстроить звук. Если не удержите тишину и звук, отношение к тишине к звуку, если вы не удержите, вы не выстроите звук. Значит, еще раз, переход от темноты к свету не дает света. Он дает отношение цвета. Переход от тишины к звуку не дает звука от некого события, а дает отношение, является условием для того, чтобы появилось отношение звука. А вот у меня вопрос насчет целого. Ведь целое существует только если есть части. Да, целое как бы вообще определяется как нечто целое частей. А у вас как, целое заранее уже есть, а потом части обнаруживаются? Или это одновременное событие, что и целое, и части? Это одновременное событие, логически различаемое. Сначала от темноты к свету, логически, затем различение цвету. А по времени, естественно, это одновременное. Свет и цвета – это по времени различаемое событие. Сам свет не появляется. Свет не появляется. Я говорю это иначе немного, потому что исключительно из причины излишнего артистизма, потому что когда-то, еще летом, когда я это обдумал, мне очень понравилась логическая призма. Сначала появляется свет, который потом... Да, очень красивый образ, логическая призма. Физически получается так, но как я так завлекся этой метафорой, что пропустил, то обстоятельство, что переход от темноты к свету не дает света. А дает отношение цвета. Никакой признаки, никакой красоты. И как мы с вами говорили в прошлый раз, два разных цвета есть
Два цвета – это два разных способа перейти от темноты в свет. Два звука, два звука – это только два разных способа перейти от тишины к звуку. То есть мы имеем с самого начала Вот это называется феноменология. Вот это феноменология. Да. Достаточно сложно. И за феноменологию. Когда мы убедились путем перебора, что целое заключает... Да. Первый шаг дает нам вот это самое унаследованное от умножения ситуации. Ситуацию. Умножение не на этом созерцании, мы все это движемся. Здесь мы встали. Хотели посозерцать. Красиво созерцали. Целое с частями. Но от умножения нам досталось одинаковость. Три одинаковые четыре. Только собрались на созерцание. Очень важно прослеживать, что это созерцание. Я никогда не забываю, это прослеживание. Отдельная важная задача. Если мы попадем в созерцание, то все, все первые монатки иди домой. Мы это говорили, уже просто еще раз пройду. Две равные части, стоящие рядом, это одна часть. Все одинаковые рядом стоящие части, это одна часть. Они не две. Но они как бы пространственно различены. У нас вообще здесь никак пространство не играет роли никакой. Никакой. Но два одинаковых любых объекта различены пространством. Они не могут стоять рядом. Это не могут стоять рядом. Поэтому состоит одна. Как только впереди созерцание, мы сразу... Нет двух желтых цветов, стоящих рядом. Они стоят желтый цвет. Они желтый цвет. Желтый рядом с зеленым. Только мы впереди созерцание, как мы теряли различия целого и части и провалились изучать. Потеряли понятие всего. Поэтому мы должны понимать этот первый шаг. Здесь нет созерцания. Первый шаг, открывшийся нам, требует дальнейшего движения. Мы должны начать перебирать, перебором доказывать, что они разные, убеждаться, что они разные. Значит, опять схлопываются. Согласно вашему мнению, он всегда схлопывается. Да, и еще важно понимать, да, все-таки, что чернота не стоит рядом с желтой выкраской. Не стоит. Тишина стоит рядом с двумя звуками? Нет, не стоит. Переход от тишины к звуку, еще раз говорю, он сам по себе не совершается. И не дает звука. И я в роли, кто-то вам напоминал, что ничто нет. Да, поэтому черноты или тишины ее нет. Да, тишины нет, да. Ну, казалось бы, если вот мы берем два... Хотя, казалось бы, все знают, что она есть. Не, мы берем два цвета, например, желтый и красный, да? Мы все кроме перпендикуляра. С позиции красного желтый – это ничто. Почему? Потому что желтый – это не красный. И наоборот, с позиции желтого – красное ничто. То есть здесь относительное ничто. И ничто не мешает быть относительному ничто, казалось бы. Просто очень интересно цепляться за пример, что для художника и физика ничто разное. Что для художника ничто это черный цвет, а для физика белый. Точнее, наоборот. Да, наоборот. Для физика черный ничто, а для художника белый. Тут странно, что у вас ничто какое-то все-таки абсолютное, да, вот почему-то черное именно ничто, а почему красное ничто, или там любой другой цвет. Один цвет для другого и есть ничто. Мы это уже проходили. Потому что, как бы, на самом деле нету черноты. Черноты нет. Мы говорили с вами, что когда мы уже перейдем по материалу цвета, мы говорили, что идет такое движение красное, синее, желтое, там, голубое, но это все лишь повторение одного и того же движения из темноты к свету.
Так вот это и странно. Свет действительно есть. У вас получается, темнота, что темнота абсолютно. У вас небытие абсолютно получается. А можно было бы переходить от одного цвета к другому, и каждый раз вот эта вот темнота, в кавычках, она бы была бы просто отрицанием другого. То есть, а переход от желтого к красному, есть такой же переход от темноты к чему-то другому, поскольку желтое для красного является как бы ничем, темнотой. То есть один цвет для другого является темнотой. Ну, только вот надо помнить, что речь идет об определении определения. То есть только с одной стороны абсолютно, а с другой стороны вообще нет перехода от темноты к свету. А с другой стороны без конца распроизводится. И каждая новая света – это всего лишь разновидность перехода от темноты к свету. Два разных способа движения от темноты к свету. Два разных света – это всего лишь два способа движения. Но все время помню, что речь идет об определении определения. Вот специфическая ситуация, которую ни в логике, ни в философии никогда не встречалась. Ну и чисто эмпирически, почему она есть? Она чисто эмпирически есть сторона всякого движения от менее нового к более. Это да, конечно. Но ну, сама же по себе. Она... А вот по себе нет. Так как нет ничто, так нет. Но получается, что есть еще. Есть. Есть тишина, стоящая рядом с двумя звуками. Как ее часть. Как часть звучания. Да. Да. Если два разных звука, два перехода от тишины к звуку, то да, тишина всегда есть. Эмпирически. Но она просто как бы не созерцается. То есть не ведость, не образ. Мы начали вот, все. Так и цвета здесь не созерцаются. И цвета тоже не созерцаются здесь. Цвета – это всего лишь способ перехода, а тишины – звук. Да. Ну, тогда в чем разница между несозерцаемым цветом и несозерцаемым черным? Не, ну мы даже сравнить не можем, допустим, цвета и звуки. Это же и тоже различие. Это да, цвета и звуки мы еще, не знаем. Еще одно различие. У нас здесь фактически. Ведь можно же сказать, что число есть переход от нуля к нечто. Число действительно переход от нуля к нечто. Один, два, три. Три – это переход от нуля куда-то там далеко. Так же? Это я не знаю, переход от нуля. Ну да, конечно, отрезок был переход от нуля. Ну да, и так от чего? Так от нуля-то при этом как бы. Ясно, что когда получается, что мы мыслим любое число, и таким образом мы мыслим ноль. Мы ноль мыслим в качестве вот этого ничто здесь. И все же не ноль. Или нечто другое. Понимаете, потребности в. Мы довольно много говорили о количестве. Сложение, умножение, счет. Но там эта ситуация двойного определения не было. Поэтому тогда это чистому количеству, то есть числу, это не. Просто не применил, логически не получилось, не было потребности этого учреждения. Просто интересно, как может быть. Только ты знаешь качество этого всего. Ведь длину это лучше рассматривать как качество, а не как количество. Это длиннее, это точка и протяженность. Ведь есть же некая интуиция, что мы пытаемся мыслить ничто как нечто, как цвет. И достаточно успешно. Ну и по-моему. Повторяемся. Я говорю, что действительно ничто или темнота, или тишина, это просто оно участвует во всяком движении от одного к другому, от одного цвета к другому. Оно реально физически участвует в опыте. Присутствует. Это как сторона происходящая. Еще раз, если два цвета есть, два способа перейти от темноты к свету, то темнота видения. Это движение от света к свету, он приходит от темноты к свету, с другой стороны. Но только в этом смысле. Этим находится выражение против этого, вот этой фундаментальной вещи. Ничто,
Природа, что все-таки есть. Потому что помет имеется просто определение, а мы говорим об определении определения. Помет все равно вот, бытие. А у нас с вами с самого начала вот. И это все меняет. Да, то есть это меняет вот в этом смысле ситуацию. Значит, убедившись перебором, что целое включает разные части, мы возвращаемся к тому, что не утрачивали, то есть целое, которое удерживали все время. Возвращаемся, но поскольку мы уже убедились перебором, что части разные, то мы теперь не можем удержать целое как целое. Потому что целое с одинаковыми частями не получается удержать. А целое с разными частями почему не удержать? Мы получаем целое, заключающее в себе разные. Опять же, мы пока знаем только то, что они разные качества. Мы ничего не знаем. В чем различие мы не знаем? Но они теперь одновременно, если они были перебираемы, то теперь эти же просто разные качества, стоящие рядом качества, они одновременно стоят. И поэтому теперь в этой ситуации переход от темноты к свету конкретизируется не в переборе качеств, а конкретизируется в отношении одновременно стоящих. Тоже удержание темноты к свету, но одновременно стоящих в отношении одновременно стоящих качеств. Не в переборе рядом стоящих качеств, а в отношении. А переход зачем, если есть отношения? Переход тогда зачем, если есть отношения? Если есть отношения частей разных, зачем нужен переход? А у меня нет перехода, есть отношения. Здесь был переход, уже части были одинаковые, было понятно, как мы мыслили. Мы поняли, что они разные. И теперь мы уже мыслим отношения. Некое созерцаемое целое, в котором части точно так же созерцаются одновременно и как разные. Одновременно целое, да. Как разные. Как разные. Разные одновременно целое. Это уже даже не просто целое, это уже просто вещь. Ну вот здесь задаваясь вопросом, не в паре, но все-таки не в периоде, если мы говорим, что все-таки созерцание, одновременно стоят. Надо сказать, что такое целое существует только движение от целого к целому. Либо уменьшение, либо увеличение. Либо мы от трехчастного целого переходим к двухчастному целому, либо мы от трехчастного целого переходим к четырехчастному целому. Только в этом движении удерживается. Иначе целое как целое становится неотличимым от отношения частей. Если мы примем это как созерцание, вот целое и внутри него разные качества. Если мы остановимся на этом, как на завершенном опыте, то мы получим просто отношение частей, целое перестанет мыслиться как целое, станет просто отношение частей. И опять-таки исчезнет. Поэтому мы вынуждены все время двигаться от целого к целому. От целого к целому. Нельзя перейти от целого к части. Здесь мы переходим. Мы с целое, а потом по очереди в любую сторону части как части. Здесь этого делать нельзя. Здесь мы движемся от целого к целому. Либо к двухчастному целому, либо к четырехчастному целому. Но никоим образом не мыслим части как части. А чем плохо? Это целое, как целое. А чем плохо определение, что целое есть отношение частей? Чем плохо? А, вы хотите сказать, что можно связать эту ситуацию? Ну, если мы по целым понимаем не сверхцелое, да, вот как бывает, когда целое больше совокупности частей, а если по целому понимаем вот все-таки нечто, состоящее из частей, целое, как отношение частей, по-моему, это законченное определение.
Тут еще возникает проблема, а не распадается ли каждая часть тоже своего рода как целое на другие части? И так до бесконечности. Одно дело, что интересно, а что нас подвигнет переходить от целого к целому? Потому что, в принципе же, мышление целого, оно как штука устойчивая. Граница не снимается, граница есть, а целое мыслится как целое. А в этом смысле движения нет. Есть движение внутри, в этом определении, а именно перевод частей. Ну и что нас тут беспокоит, что нас будет двигать к другому целому? Ну, может, вы правы, может, я вперился в созерцание, как обещал, у нас раз на три. Последовательно. Ну, не додумал, почему, как здесь лежат созерцания? В общем, действительно, части разные. Граница устойчивая. Нет, части они же не разные. Они просто нами перебираются, и только в этом переборе существует между ними разница. То есть они не просто есть разные. Нет, они здесь перебираются. Здесь они уже не перебираются. Берем их как... Их убедили, что они разные, и поэтому можно найти целое, состоящее из разных частей. Целое из одинаковых частей мы не перебираем. Нет, подождите. Можно апеллировать к тексту. Там, где в предыдущей ситуации был не перебор, а был переход. А здесь у нас именно происходит произвольный перебор. У нас нет как бы обязательного порядка перехода от одной части к другой. Пропустите, это не про это? Нет, здесь у нас есть только переход как бы детерминированный. В одну сторону происходит перебирание этих там, элементов или частей. В обе стороны? Нет. Если вы показываете на правый рисунок, нет. То нет. Не в обе стороны. Почему? Почему? В обе стороны у нас только когда мыслится целое. Нет. Вы просто перепутали рисунок. Целое вы... о целом говорили, когда рисовали вот эту картиночку, которая слева. Что устойчивая граница, внутри которой части, да. Мы осуществляем перебор этих частей. Угу. И только перебором этих частей осуществляется различие этих частей. Да. Сами по себе они не являются чем-то устойчиво разным. Да. Вот. Поэтому тут как бы есть внешние рамки покоящиеся, а внутри происходит движение. Тут созерцание... Чего, какое созерцание? Если бы мы могли, если бы просто были части разными, устойчиво разными, без того, чтобы мы их перебирали, тогда да, тогда можно было бы созерцать. А поскольку мы должны их перебирать, чтобы они были разными, то созерцание для нас невозможно. Все правильно. Я просто это выразил, что вот эти присутствуют, это не важно. Следующий ход, как бы не было от первого цикла, где перебирают. Так. Следующий ход мы мыслим целое, состоящее из одновременно данных разных частей. Понятно? Вы на этот мой текст смотрите? Да. Я хотел его убежать. Хотите против меня не понять? Ну, то есть вот когда здесь говорится на последних строчках об определении определения или определении в определении, да, то речь прямо так и говорится, что части рядом друг с другом только потому, что мы так можем перебирать их в любой последовательности и без осознания их нарастания или убывания. Да, то есть, это ситуация первого целого. А второе целое одновременно данные они не перебирались, они разные. Здесь сначала они перебирались, потому что они одинаковые. Разные. Получалось сначала в наследство от умножения получалось целое из одинаковых частей. Mm-hmm. Оно слепилось. Но было сказать, что они разные. Мы доказали перебором, что они разные. Так. И теперь можем мыслить их уже
собственно, они уже и были как часть одновременно. Но просто перебором доказывали, что они разные. Во все стороны. Лево направо, право налево. Ну да. Да. Убедившись, что они разные, мы теперь можем мыслить, действительно, созерцать целое, состоящее одновременно рядом лежащих, разных частей. Поскольку они разные, они же не мешают там поставить рядом, не надо больше перебирать. Что-то перебирать, они не мешают, что не разные. Мы устали, мы были не разные. Они стоят рядом, разные, составляют вместе целое. Это второй слой. Здесь перебора уже нет. Ну, тогда и здесь нет основания не созерцать. Да, вот это, да, возникло вот примерять идею, что это как раз это перевисок, здесь это как бы перевис созерцать. Но созерцание целое, которое прекрасно себе разделено на части, которое мы знаем только то, что они разные и одновременно рядом стоят. Нет, дело в том, что определить то, что они рядом друг с другом, было и в предыдущей части. Да, но они не были рядом, поэтому мы не могли их вместе поставить рядом одновременно. Мы их перебирали слева направо, так, поскольку они части. Ну, и, а когда мы не знаем, что они разные, мы можем созерцать целое, состоящее из разных частей. Все. Понимаете, когда мы перебирали, то все-таки это причем немножко все-таки выражало на это. Первое целое. Первое целое мы перебираем части. Я как сказал, мы мыслим, когда мыслим целое, мыслящая форма, мысль, сознает себя мыслящей, когда мы перебираем, в общем, получается так, как было умножение. Мысль уже не сознает себя мыслящей, а только мыслит движение чувства. Вот. То есть к частям мы относимся так, как относились на умножение, к элементам умножения, не сложилось. На этой стадии мыслит себя мыслящей. Поэтому мы не можем совершить переход от целого к частям, посмотреть части. Мы можем двигаться только от целого к целому. Именно по той причине, что мысль уже не отказывается от своей привилегии знать себя мыслящей. Мысль, мыслящая себя, может двигаться только от целого к целому. Ну, потому что мышление частей опять даст на перебор. Мысль часть как часть, мысль часть как часть, может только, грубо говоря, только путем перебора. Если в одну часть пилимся, то мы просто забыли про часть. Часть как часть можно мыслить только путем движения. Часть. Но в этом случае мы утрачиваем себя как мыслящие. Это второе целое наше. Это странно. Утрачивать себя как мыслящие, это, видимо, означает, что утрачиваются границы этого целого. То есть целое как целое утрачивается. Какой еще у этого и другой смысл? У нас определение. Поэтому мы мыслим целое, мы удерживаем его как целое. Мышь, соответственно, сохраняет себя как мышь, но конкретизируется перебой частей. Где она уже утрачивается? Я тебя понимаю, но теперь вы говорите, что в переборе частей мысль утрачивает себя. Вот это вот что за вдруг? Ну как умножение. Мысль чувство, только в движении. Это ты знаешь, что она мысль чувство, но себя как мысль еще не осознает. Есть два состояния мысли. Мысль чувство. Тогда получается, что мысль нет. А подождите, мысль это. Тогда получается не двусоставная ситуация, когда есть целое, в рамках которого происходит некоторое движение. Тогда должна утратиться эта двусоставность, раз мысль утратила себя как мысль. Потому что знать себя мыслью, это и значит удерживать вот эту вот двусоставность свою.
Разве не так? Будет остаток какой-то еще? Ну, что... Вы про часть или про часть и целое? Мысли целая и части путем перебора. Как целое она неподвижна, вот, утратить себя как мысль в данной ситуации означает утратить вот эту двусоставность. Тогда, значит, она должна распасться на просто отдельное мышление целого, про части, которые ничего не знают, и мышление частей, которые ничего не знают про целое как целое. Но это что-то вообще какая-то другая совершенно история. То есть я не понимаю, что означает в ситуации мышления целого утратить себя как мысль. На мой взгляд, это означает утратить себя как мышление целого. А превратиться просто в перебор частей. Но тогда это регресс в предшествующее состояние. Я не знаю, почему так. Мне кажется, что я удерживаю определение целого, удерживаю его, перехожу к перебору частей. Mm-hmm. Удерживаю. Почему вы говорите, что... Так целые части одновременно. Вы говорите, что после этого мысль себя утрачивает, перебирая части. Вы же это говорите. Плохо выразился, может быть, трудно хорошо выразиться, точнее, легко выразиться плохо. И... В умножении мысль отличает себя от чувств, уже сложение отличает, мысль отличает себя от чувств. И мыслит чувство, но не мыслит себя мыслящим. Да. Вот это я называю сейчас утратить себя как мысль, как на праздности. Они вообще исчезают, он в этом состоянии оказывается, когда отличает себя чувство, мыслит чувство, но не мыслит себя мыслящим. Это вот ситуация сложения и умножения. И это ситуация перебора частей. Целое, когда мы знаем себя мыслящим, она может мыслить без всякого движения. По чувствам, устойчивым мыслям, потому что мысль сознает себя мыслящим. И мысли чувства. Не движение чувства, а чувство. Но когда мысль подошла к этому, она имеет дело уже не просто каким-то чувством, а чувством в виде целого, которое требует определения. Определение целое, которое еще и поделено на части. Когда вы достигли возможности мыслить устойчивое чувство, перед нами не просто устойчивое чувство, не какой-то феномен, а целое, вдруг дробленное на части. То есть требуется определение. Так у нас и не бывает другого целого, кроме как целого частей. Поэтому как бы обязательно представление, что целые части должны быть как-то одновременно. Если это не так, то мы просто, если вот только перебираем части, то теряя целое, то вот тогда мы теряем все. Игорь говорит, что мы должны потерять целое, я не вижу почему. Так вы говорите, что мы потеряем целое. Ну иначе какой смысл здесь в этом погружении в части? Ну просто, ну какой еще смысл? Я не вижу. Я говорю, что есть две ситуации. Как у сложения умножения. Мыслит чувство, но не мыслит себя мыслящим. Поэтому мыслит в чувстве, мыслит только движение. Чувство в чувстве, а чувство в чувстве. Только движение. Это устойчиво не получается. Мысль уже мыслит чувство, уже отличает себя от чувства. Но себя мыслящим не мыслит. Поэтому мыслит движение чувства, как сложение умножения. Мыслит как иерархия. А раньше у нас умножение это была чистая мысль, раньше умножалась эта мысль, сама себя умножала в чистоте своей. А теперь это умножение происходит на уровне чувства? Почему ты нас умножаешь? Ну раньше было, как у нас умножение это возникало? Когда мысль мыслила саму себя?
Мы как раз в умножение переходили от чувства к чистоте мышления. Ну, то, что мы умножаем, это, ну, в каком-то смысле, да. Не, ну, раньше мы умножали с помощью вот этого вот круга, да, схватывания себя. Кауза суи у нас было умножение. То есть, каждый... в виду, если да, 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 да. То есть умножение состояло в том, что мы постоянно находимся вот в этом движении кауза суи, да, схватывания себя. Мысль схватывает саму себя и тем самым умножает. Потому что сложение понятно, мысль складывает что-то чувственное складывает, да? То есть сложение – это уровень чувства, а умножение у нас уже уровень мышления был. Умножение есть как бы умножение как бы самого себя. Было так, да. Это правда. Сейчас по-другому, это правда. У нас умножение тоже появлялось мысль. А сейчас оно появляется на уровне сложения. Обе операции осуществляются в мысли, которая отличается от этого чувства. Ну почему так было, я уже не помню. Нет, никаких сил вернуться, продумать. Почему бы это? Там у нас просто главным движением было воспроизведение. Главное движение было. Мы всегда все воспроизводили. То есть недостаточно было чему-то быть, да, мы как бы вот сила формы состояла в том, что она воспроизводила. Так сейчас тоже, вот-вот это старая песня. Это было. И, кстати, тогда было не вот-вот, да, тогда было просто одно вот. Нет, так низко я не падал, по-моему. Вот это гири. Это гири, феноменология, это этот. Вот раскладывается на это этот. Если начинается вот, то лучше гири не сделаешь. Это правда, да. Ну ладно. Сегодня хватит, уйдешь. Отсюда двигаться. Еще раз двигаться. Задумаем, как можно избежать отрицания все-таки. Вот. На... При том, что часть теряла. Реально, да. Часть теряла.